Сейчас моя задача поработать в плане академической музыки. Потому что у нас уже созрела плеяда новых музыкантов, исполнителей, вокалистов, инструменталистов, но у них как бы нет национального произведения, где бы они могли бы поучаствовать. Поэтому я взялся за оперу, которая где-то в мае будет закончена. Я думаю, мы начнем репетиции, куда я привлеку всех наших молодых ребят, которые сегодня находятся в других городах. Кто в Волгограде, кто в Саратове, кто в Москве, кто в Питере. Это наши земляки, это ребята, которые закончили консерваторию, но нашли там, очень удачно работают в театрах, в ведущих филармониях. И нам будет очень приятно нашим землякам услышать эти голоса здесь, у себя дома. В общем, сегодняшний день такой. Ну, конечно, я хотел бы еще поработать осенью с нашими синтезаторами, калмыками. Хотел бы пригласить сюда, к Листу, чтобы они... Сейчас там очень развивается такое это направление. Ребята, появилось много коллективов. Я хотел бы их сюда привезти, показать здесь. Очень развивается эстрада. Конечно, хотелось бы наладить очень тесные культурные связи с сицилийскими калмыками и нашими ойратами, проживающими в Западной Монголии. Ну, это целая, это большая международная программа. Здесь одному не силить, мне надо искать помощи и у ладцев, среди бизнесменов, я думаю, все получится. И уже как бы я веду переговоры, разговоры на это надо. Потому что я считаю, что надо нам пообщаться, молодежи, чтобы подпитаться той музыкальной средой, в которой они живут. И им тоже надо пройти через нашу современную калмыцкую культуру. Потому что наша культура калмыцкая, музыкальная, любая, она за эти столетия видоизменялась, становилась, обретала свой облик, собственно. Сегодня это как бы уже свершившийся факт современной калмыцкой культуры. Это не только касается музыки, но это касается и костюмов, языка, и нашего художественного творчества, нашей литературы, музыки. Это как бы совершенно в нашем монгольском мире новое образование такое, которое в течение там нескольких столетий оно проходило очень сложный путь. На сегодняшний день это уже как бы свершившийся факт. Ну, сегодня вообще мир музыки развит. Надо иметь свой облик, свое лицо. Опирайтесь на калмыцкие, ребята. И тогда вы будете заметны в этом море современной музыки. Сегодня мир, он очень сильно обращает на ваши этнокорни. Если в вашей музыке будут корни этнические, то вы будете интересны. Если вы будете пытаться делать то, что делают в других местах, на Западе, в Америке, это будет всего лишь повтор, и плохой повтор. Это целая индустрия, и ее очень трудно достичь. Поэтому у нас есть своя фишка. У нас есть наша музыка, наши слова. Мы можем в отношении своего... У нас есть отличительная музыка, она отличается от всех скажем так, музык, от всего, что есть сегодня в мире. Но это отличает нас, поэтому на это надо делать упор. Так на добре, как мы, никто не играет. Другие народы играют прекрасно, но у них свой стиль игры, у нас свой стиль игры. Уже саратская гармошка – это наш инструмент. У нас есть джангр. Это наше достижение. Поэтому, опираясь на это, можно, ребята, стрельнуть очень серьезно. Что, вот пришел тут долгожданный, самый светлый, самый любимый наш праздник, Цахансар. Сегодня весь монгольский мир. Кто-то уже отметил его, кто-то будет позже. Но сегодня все сердца наполнены радостью, чувством весны, чувствую чего-то светлого, хорошего, какой-то надежды на самое лучшее. Я хотел бы тоже поздравить всех земляков наших с этим праздником. Счастья вам, большой любви, тепла, дома,
удачи во всех делах и счастья детям. А можно на родном языке? Да, вот, да, Дермана Хамкин, Дурта, Байрон Лидер, Гирдзяна Мана Цахансар, вот, да, Мана Цугделька Монголчуд, Байрон Тендельхитев Гирдзяна, Чинджан Монголды, Хамоголос Намиритты, Байрон Халимгут Мана Цахансар Тендельхитев Борцыган, Цайган Чана, Тустя Цайган Борцыган, да, 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 Негнегден, Гюлен Уккелет, Бибасы, Данырдан, Сетлесін, Сук тана халын жаға болдыға, тана жүрдіктін байын сәйхін болдыға. Үрімлі бәрі 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 б